Как вам, дорогие друзья, такая красота? Встречайте! Это наше следующее предложение. Стильный блузон-туника с потрясающим принтом. Кстати, Оля, здесь есть и твой любимый леопард. Да это вообще мое счастье! Леопард! Обожаю, это моя страсть. Цветочный принт, который аккумулирует в каждой женщине счастье и улыбку. Тоже есть. Ну и черный цвет. Куда без него цвет, ведь он же стройнит. Все наши мечты, дорогие друзья, в одной блузе Касабланка. Обращаю ваше внимание, что здесь необычный крой. Вы заметили эти рукава? Нет, это не летучая мышь. Эти рукава называются королевский фасон. Посмотрите, наша зона талии подчеркнута, бедра подтянуты, а рукава цельнокроенные подарят вам ощущение свободы. Вот в чем преимущество нашей красоты. Итак, это хит продажи. Сегодня просто счастье увидеть Касабланку на нашей распродаже. 1199 рублей. Это предложение просто колоссальное. Это колоссальная скидка, которая действует только сегодня в честь распродажи. Звоните, за такую сумму даже футболку сейчас не купишь. Я хочу сказать, что это идеальная цена для такого качества. Мы видим трикотажный вискозное полотно, Олечка, с хлопком. А это значит, что в этой сезонной блузе нам будет не только свежо, но еще и тепло. Ведь вискоза – экологически чистый материал, который, кстати, согревает так же, как и хлопок. Я обращаю ваше внимание вот на эту красоту. Согласитесь, манит. Хочется вглядываться в эту блузу и ее рассматривать. Кстати, наличие ярких цветов и принта позволяет выбирать классические цвета юбок, брюк. Вы можете выбрать классический цвет брюк, черный, но при этом будете выглядеть очень яркой, стильной особой. Скажи, пожалуйста, вот куда ты посоветуешь надеть блузу Касабланка? Я хочу тебе сказать, Оля, что в этой блузе каждая модница будет чувствовать себя уместно как на торжестве, так и на работе. Благодаря тому, что здесь все-таки есть базовый черный цвет, а это мы будем рассматривать как украшение. Напоминает нам яркий платок, наброшенный на плечи, да, правда? Очень стильно смотрится вверх, мне очень нравится. Как называется такой воротник? Это воротник хомут. У нас идет специальная модификация и сзади. Обращаем ваше внимание, посмотрите. Это очень стильно. И что дает нам хомут? Я обращаю внимание на зону бюста. Для тех дам, у кого богатые формы, именно этот воротник отвлекает. И ваши формы, кажется, более... Они скрадываются внутри под рисунком и под нашим хомутом. Это же правда, здесь очень хитрый рисунок. Теперь я поняла весь смысл этой блузы Касабланка. Шикарная блуза. И если вы искали что-то необычное в преддверии Нового года, пред вами Касабланка. Осталось успеть. Звоните, звонки бесплатные. 21 блуза. От 46 до 60. Ой, вы только посмотрите. Казалось бы, у Оли прекрасное платье. Но стильная блуза всегда меняет образ женщины. Яркие цветы, насколько правильно они находятся у зоны лица, они тебя освежают. Да, мне очень нравится вообще хищный принт, но он мне очень идет, согласись. Ведь я не просто так люблю вот эту кошечку. 1199 рублей. Когда последний раз вы видели такие цены на такую роскошную вещь? Только на телеканале Шоп-н-Шоу. Колоссальная экономия в преддверии Нового года. Ну а сейчас мы встречаем нашу королеву Веронику. Обратите внимание, дорогие друзья, наша Вероника выбирает брючный ансамбль. И мы доказываем вам, что выбирая правильные вещи, они будут творить чудеса. Наша Вероника носит 56 размер. Да, вы никогда не поверите, потому что выглядит она на 54-52. Я обращаю ваше внимание, что наша блуза Касабланка идеально сочетается с брючным ансамблем. Брюки Пальмира. И, кстати, наша блуза именно стройнит Веронику в том месте, которое мы хотим, чтобы у нас была зона талии. Вероника, покажи, пожалуйста, именно зону талии, эластичность нашей блузы. А это значит, блуза подчеркнет все ваши достоинства и скроет все ваши индивидуальности. Вероника, повернись, пожалуйста, спиной. Я хотела бы кое-что посмотреть. Вот, все. Талия. Идеально. Посмотри, вот мне очень нравится, что вот сзади обычно возникают такие заломы, бугорки от нижнего белья. Здесь ничего лишнего нет. Идеальный силуэт для вас.